Всем привет! Приехали в Бийск по делам. Пришли на самую лучшую площадку в Бийске. Детскую. По-моему, как я поняла, участвовала Водянова. Да? Ну, вроде бы. Что была заложена площадка? Куда она уже делась? Она, я так поняла, до горки идет. Видно? А, вот она уже скатилась. Весело будет. Классно? Надо будет на тот год с березами что-то придумать с этими штуками. Мне кажется, вот даже вот что-то такое, Саш. Вот видишь, вот это вот штука. Что-нибудь такое. Не, ну ты сама лази. Ну, а туда уже... взрослым нельзя. Там только дети бегают. А там еще горочка. Иди смотри, вот там еще вторая горочка. Иди туда. Да нет, не туда, да. Слазить. Да. Ты иди с горки лучше сходить. Не, не надо. Нет, да, лучше не надо. Но. Опять в больницу тебя вези. Там, туда иди. Даша, стой. Даша, смотри. Нет, не тут горочка. Даша, дальше. Нет, иди дальше, вот она. Даша. Классно сделано тут, покрытие какое-то специально. Ну, чтобы головой не ударяться. На дом тоже везде такое. Дом и слова. Эх, Кати нету. Ну. Мы вообще экстренно приехали в больницу ночью. Ночью. Панику подняли, ложную тревогу объявили. У нее опух животик. До этого царапинка была какая-то, я не поняла, что это такое. И сильно начало опухать. И она начала чесать это все энергично. Я побоялась, что там какой-то осколок попал. Она говорила, упала на какую-то черную какушку. Да, и у меня паника, я думала, какой-то что-то там осколочек попал, и опухоль пошла. Мы поехали в больницу, нам сказали... В час ночи приехали. Положите Вишневского и успокойтесь. Переночевали, получается, в Бийске.
утром встали, вроде как-то она разошлась, ну, опухоль, но уже такая шире стала. Но... Съездили еще раз, нам то же самое сказали. Прикладывайте. И потом компрессии. До нас дошло, что это, возможно, ее укусила она, пчела. Она сказала, маленькая черная какушка. Маленькая черная какушка, это жало, скорее всего, было. Да, и мы ее просили еще показать, где она. Она говорит, я ее выкинула. С ней уже не добьешься ничего. Сначала ничего не говорила вообще. Ну, заодно у нас тут ботинки на машину пришли. Коньки купили девчонкам. Девчонкам купили коньки по 500 рублей. Сейчас еще заедем, лыжи возьмем и ролики. И ролики дома кататься. Но такие, с 4 колесика. Плачет. Испугался, может? Ну, сейчас Даша его толкнет, он полетит вниз. А, это не тот плачет. А, не на руках сверху, маленький. Это на руках плачет. О, не, но с другой там стороны. Но... Нет, девочка плачет. Наверное, испугалась. Ну, страшно. Надо было Дашу показать ей. Даше пофигу. Ну. Вот это прикольная штука сделана, да, Саша? Качелька. Ага. Можно что-нибудь... Я все смотрела. Смотри. А не видно отсюда. Из шин там делают вот все. Особенно, знаешь, в американских фильмах все вот эти шины, и дети там на них качаются. Просто сетки сделаны. Ну, хорошо сделано. Классно, сразу много ребятишек. Что, нравится? С девочками качаем. И с мальчиками. С мальчиком. Ага, один мальчик. Что сказать надо дяде? Все надо успеть. Там еще дальше есть для роликов. Хорошо, что отдельно вот не перепутывают большие с маленькими детьми. Вон там турники. И турники для старших, для взрослых. Хорошо так, но тоже под турниками это мягкое покрытие. Ага. Еще мне нравится, что в ряд много-много качелей сразу, чтобы всем хватало. Но всем не хватает. Ну, летом вообще много здесь народу. Сейчас еще прохладно, и пятница, еще кто-то в школе, ну, кто-то в садике. Это рабочий день. Вообще, конечно, классно. Все сделано красиво. Кате тут интересно было бы полазить, она же акробатка. Здесь баскетбольная площадка для детей. Ну, может быть, и для взрослых тоже. Здесь для роликов из досок. Ну ничего, все блестит, значит, ребята катаются. Если бы не катались, было бы ржавое. Хотя, возможно, с нержавейки. Ага, точно, это с нержавейки.
спиралька, видишь? Да. Но... Не знаю, мне кажется, всем детям тут так тут интересно. И голуби тут серут заодно детям на голову. Анина, и твоя. Тут качельки, вот что еще, не знаю, сейчас есть, там малышей садить удобно. Есть такие просто как... Ну я тут все на цепях. А были на... Не, были на цепях. А, вот, видишь, что посадил, уже никуда не денешься. Ну. А в Юрна сюда орешь. Ну, детка катается. Ох, Катя. Это опасно. Ну, тут как-то... Хотя тут... Вот он. Даша, мы здесь. Пойдем, пора выйти. Давайте, Никитка, на пути. Пойдем.